Шанс, я зайду. Супчик присоединился. Вот, подождите, еще это не идет подсоединение. Так говорит Эдуард Суровый, ле шанс финал. Ну, бывает. Блин, о, ты, я зашел. Ты все. Точно с другой планеты. Я с другой планеты просто. Короче, я оттуда выбирался просто на. Короче, я выбрал бесконтактную гонку, и я один без перерыва не смогу изменить. Готово. Давайте бесконтактную. Заебись. Давай. Все, начинай. Let's go. Are you ready, блядь? Главное, чтобы все запустилось. По-моему, Диман впервые карту запускает. Диман впервые просто. Нет, 20 часов сидели, 10 минут просто ждали. Дух, я тебе поставлю карту. И на Дубакина. Диман, скажи, что ты впервые запускаешь карту среди других. Нет. Нет? При мне ты запускал только сейчас впервые есть. Ну ладно. Тогда впервые. Что у нас дальше по программе? Ну, когда я появился, когда ты впервые запускал. По плану у нас дальше дезранг. Не знаю какой, какой-то там я еще добавил. По плану сейчас должно зависнуть. Давай, запускайся. Давай, наконец, отлично. Никто не читер. Красавчики. Короче, у нас каскадерские гонки, автоматическая гонка. Сейчас побудем летать, делать красивые трюки. Нас 12 человек. Так, ссылочки на арты Добакина в описании. Без контакта. А чё, отчет не идет? Да. У меня где-то зависло. Вот, пошло. А, все. Понятно. И вышел. Ой, нихрена, ускорился нормально. О, я кого-то сбил. Кого ты там сбил-то? И кто-то вышел из машины, и я его сбил. У меня рабочий стол. А так это люди выходили. У меня GTA вылетело. У NPC, что ли? А много у кого вылетело GTA? У двоих. У двоих у кого-то вылетело GTA. Это ненормальная тема. Пацаны, кто-то улетел. Нет, ребята, там приставил что-то не то либо с интернета, либо игрой, либо очень часто. Бля, я что-то не туда поехал. Ну, на следующий раунд, без ранга. Кто обратно поехал? Я не туда поехал. Раз ты говоришь на 2-3 минуты, я думаю, это недолго. У меня, кстати, долго очень карта прогружается почему-то, или это... это специальная такая хрень была. Это специальная хрень была. Да, я помню. У меня карта как будто без текста. То ли с игрой, то ли с этим. Кого-то обогнал. Да, так грузится. Я вообще четвертый еду. Просто меня бесит, 10 минут собирались. О, смотри, текстурки, которые не везде. Ну, типа, а это не специальные текстурки такие, я так понял. Ебать, а тачка быстрая, она неуправляемая. Вот и полетели наши гоночки каскадерские. И... Блядь, что-то у меня она неправильно полетела, если честно. Ой! Ёлки-палки. Она у меня неправильно полетела, я не знаю, как у вас. Вот как эта хуйня делается. Бля, ну это... Капец, как так? Как так? Нет, это опять этот ебучий скилл-тест. Это не скилл-тест, это ты на W нажимаешь, он прямо едет. Да нихуя он не едет, этот W он... Просто прямо на W нажимаешь, все, он едет прямо. Ну ладно. Ну, мы проехали, брат. С кем еще проехали? Да, я вижу, Главное, вот как даблы, просто жми, понял? Все, я вижу. Только не отпускай ее. Я не отпускаю, я просто держу. Вот и не отпускай. О, нифига себе, вот это тайминг. Ай, блядь, надо было. Не, наверное, лучше перераспал. Еман, что творится, я ничего не вижу. А, все нормально. Опять W нажимать, хорошо. Ага. Охренеть. Ни хрена себе вот этот тайминг. Я прям хуею, я вообще не нажимаю ни на что, кроме W. Что-то у меня какая-то хреновая автоматическая гонка получилась. Ага, у меня просто, блядь. То я куда-нибудь либо врежусь, то еще что-то. Пиздец, этот создатель карты, он прям вообще мастер на свои руки. А я прям офигеваю, я вообще уже сколько проехал и не врезался. Я, блядь, я не могу пройти первую часть. Ты опять здесь? С закрытыми глазами. Как раз его занесло еще. Пипец, ох, вот это красиво было! Эдуард, говоришь? Пошел вагон. Какой вагон? Ладно, там в автоматике вас выбросит в вагон.
Тут автоматик полуавтоматик, даже не полуавтоматик. Яман! Тут 100% автоматик. Короче, просто надо дабл южать, да? Да. Больше ничего не делать. А, это второй круг нашел, прикол. Много лево-вправо нужно, но тут все равно ничего. О, как красиво, йота. Да, я тебе говорю, Дима, это прям красиво, этот создатель вообще прям все подрасчитал, каждую мелочь. Вагонный чекпоинт, он шикарный. Там иногда он прикольные, типа, бочки делает двойные. В одном месте. А я не понял, я первый круг ли проехал? Да. Да. Что-то я вагон не увидел. Вагон, ты его сразу перепрыгнул, он дырка там, и у тебя машина перевернутая, в него влетает, может, ты его и не заметил за это. У меня внимательно, просто на высшем уровне. Ужас, ужас, эту машину очень сильно заносит. Да что, я уже на раздолбанную сколько еду. У меня просто лобовуха разбита. Типа, я чисто респавнился, чтобы у меня машина целая была один раз. Ну что ж, давай опять доверимся W. Ты опять уже? Там уже? Я что-то не успел доехать. Я уже тоже доехал. Я почти там. Ну все, я уже на W. Давай W, вот не подведи везет. Меня. Не подведи меня, W. Просто W. W. Ой, вот это я поехал, вот это я покатился, вот это красиво. Пипец. Разработчик, ты просто красавчик. Блядь. Тут полуавтоматика из-за того, что ты по городу едешь. А я опять, короче, дабл и проебал. Как так, Дима? Я хрен знает. Так, ну вроде нормально, вот я просто нажимаю дабл. Вот это сейчас было не по плану. О, добавь. Вот это сейчас было не по плану. Добавь мне сразу. Просто... Блядь, это скилл-тест. Бля, ну вот чуть-чуть меня подвело. А, нормально, нормально. Одного вообще вынесло, а я еду спокойно себе такой. Ну да, ты спокойно. А, и то третий уже, нормально. Вот это вот прыжок красивый. Я шестой, я чтоб ты понял, резнулся. А, я понял, что за вагон. Про какой-то вагон говорит. А, ты только с вагона, Дима? Да. Пипец, а ты что, уже далеко. На финише? Ну почти, почти. Офигеть, это как-то так, Димка. А, у тебя W у тебя, походу, не сработал. Финишировал! А, красавец! Ай, красавец! Опа! Я в последнее время вообще ни на кого не ставлю. Ты выиграл? Ставки на спорт! 1xb! Я ставил как раз. Нет, нахуй так говоришь, что, блядь? Нам, блядь, реклама такой хуйни не нужна. Да, детка! Хоть второй финишировал, неплохо. Нам это говно не надо. Эсса будет реклама. Блядь, ну-ка, я понаблюдаю за Димкой. Ну-ка, где ты там? Давай. О, Димка, да ты самый последний. Привет, Равси, привет. О, Димка поехал красиво. Нормально, нормально я поехал. Да, Дима хорошо едет. Вот я этот вагон пролетел. Это там просто в Ютубе или погугли. Хотя я скоро и сниму видео, как найти скилл-тест, отметить его, пройти и снять отметку. Ты прошел, Дима? Да, прошел. Йо-хо! Еба, только начали уже. Кто-то там не успевает. В смысле, а как там не успевает, если ты был последний? Димка же последним был. Я последний был сейчас. Суп. Ты много выпил? А. Не, все, время кончилось. Я выпил дохуя, наверное, ну. Мы поняли. Не, я могу сказать, много выпил, но тем не менее я не понял из того, что сейчас прохожу. Я еще только начал, а уже все пройдено. Диман, это что тут такое происходит сзади? Диман, это знаешь, ты пьешь пиво, но пиво ты берешь покрепче.